Дальше сворачиваем розочки. Мы берем 4 кругляшка из теста, кладем друг на друга, вот так немножко перекрывая. В том месте, где перекрывается, придавливаем пальцем, чтобы немножко склеить тесто. И сюда, на это тесто, выкладываем фарш. Причем фарш стараемся выложить такой длинной колбаской, длинненькой колбаской, для того, чтобы у нас он располагался ровно посередине, но с одного конца мы его не кладем очень много на этот кругляш. Лучше вот придавить в другой. Сейчас объясню почему. Положили посерединке. Теперь мы берем эти кругляшки и начинаем вот так складывать между собой. Сложили. Помните, у нас вот здесь фарша практически не было. И вот с этой стороны мы начинаем сворачивать розочку, чуть-чуть придерживая пальцами те места, где наши кругляшки соединяются. Ну вот, смотрите, какая розочка. На противень, в котором я немножко здесь полил кунжутным маслом, мы их аккуратненько укладываем и лепим уже следующую розу.